А что это дырка? Ну вот, сами думайте, что сюда могло попасть. Точка У. Это вот для сравнения. А когда это был скорпион? Когда? Вчера, да? Позавчера. Позавчера. А вчера тоже скорпион, украинский обстрел фосфорус. Ну, вы все это засняли, в принципе, вы все видели. А почему они так и сделали? Почему обстрел фосфорус? А это у Порошенко спросите, почему они мирное население обстреливают фосфором? А где фосфорус попал? На позиции гражданские? И по гражданским позициям, и по нашим позициям везде. Я имею в виду по гражданскому населению и по нашим позициям. А это вот... Здесь была наша позиция, здесь укрывались наши бойцы. А здесь погиб все? Слава богу, нет. На момент взрыва пацаны копали траншеи, окопы. Это, в принципе, им уберегло жизнь. Они остались живы, так как не находились здесь. А как это быть здесь, после того? После этого, как вы можете быть здесь? Это не очень... А куда мы жесткий. Денемся? Мы ж никуда не денемся отсюда. Блиндаж здесь построим. Плитами накрыть, и вот теперь готовая бомба. Далеко. А? Далеко от позиции. Слишком далеко. Лучше мы там. Построим. Нормально, главное все живы. Вон, все живы. Даже ни одной царапины. Да уже плюем, плюем. И крестимся, и плюем. Вон, с нами. Бог на вашей стороне. А почему Бог на вашей стороне, а не на украинской стороне? Мы ж на своей земле. А кто их звал сюда? Мы ж на Львов не идем. Мы у себя дома. И никто их сюда не звал. Вот так. Правильно, Кацап? Правильно. Мы их, женщин, не убиваем, как они наших женщин и дочерей убивают. Будем стоять здесь и чуть туда пойти. Ладно, поехали.